start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Все, отличная погода. Пошли дальше гулять, да? Где какие цветочки у людей. Все убираются, наводят порядок. Наши дедушки с бабушками наводят порядок. Потому что все надеются, что все-таки весна наступила. Вот какие-то красивые первоцветы. В Торонто тоже тюльпаны отцветают, а у нас только первоцветы вылезли. Итак, продолжение после того, как у нас случился пожар в доме, а потом потоп, когда залило все водой. Продолжение. Что же у нас дальше происходит? Прошло 2 дня уже, 2 суток. Во-первых, эти квартиры, которые пострадали больше всего, их 2 квартиры выяснилось на первом этаже. Этих людей переселили во временное жилье. А сегодня они официально переезжают в новый дом, который у нас построился. Им там выдали по ценам этого дома, предоставили им там жилье. В нашем доме цены немножечко пониже, чем цены в новом доме. Поэтому, в общем-то, можно сказать, им повезло. Они теперь будут жить в абсолютно новом доме, в доме, в котором еще никто не шел, с хорошей планировкой, хорошим чистым ремонтом. Вот они перетаскивают вещи, и сейчас они переезжают в группу компаний. И снимаем дальше последствия. У нас до сих пор работают вот эти вот гремелки, шумелки. Весь ковер затоптан. Переселяют у владельцев вот этой квартиры. Приходила комиссия в составе большого количества мужчин с какими-то приборами. Лазили вдоль всей вот этой нашей стенки. Это вот наша квартира сушится полностью. Говорила, что короб накренился, капает вода, вот, пожалуйста, прорвало. И вот такая вот у нас картина тут. Гремит это все уже в течение 2 суток, сегодня будут 3-е сутки. У меня уже голова разламывается, спать невозможно. Грохот стоит непосредственно вот у нашей квартиры. И вот эти вот квартиры, одна, вторая ее переселяют.
А эту квартиру не переселяют, хотя ее смотрели, она тоже повреждена, но потому что эта квартира просто не сдана, она пустая. Такой вот у нас. Такие вот у нас события. Так, наши строители получили люлей и в экстренном, ускоренном режиме закопали все трубы, которые они хотели, и повесили на бумажку, что они благоустроят нам территорию, сделают дорожки, которые были обещаны еще год назад. Так что нет худа без добра, да? И наоборот. Лучше поздно, чем никогда. Да. У них, похоже, отставание по времени. А. То есть, как и наши тоже, без праздничных люлей работать не могут. Угу. Держи. 9 мая. А, точно, надо успеть дороги достроить. Шли 4-е сутки. Оно все тут гремит, шумит. Дыр нам какие-то в квартире пропилили. Если честно, воздух, как мне кажется, суше стал. Солнце. Шланка и водичка туда отходит. Все, разодрали все. Весь дом. Кто у нас ходил сегодня в магазин? Ю! Все, идите в магазин джинсовой одежды, да, Даниэльчик? Здесь и джинсы, и куртки, и ремешки всякие, да? Джинсы стоят где-то 24-30. Это уже женский раздел. Отдел. Смешно то, что тут именно продаются те клетки, рубашки, которые мне нравятся по цвету. Красные? Черно-красный. Магазин джинсовой одежды. Мы продолжаем здесь смотреть. Магазин джинсовой одежды. Мы сегодня здесь прикупились. Джинсы. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une raison pour vous filmer la boutique? Filmer. Ah, et la blogueur sur YouTube. Ok. Так, купили сыну джинсы. Выйди сюда на свет. Вот такие джинсы купили сыну. Красивые. Современные. Цена штанов $39.
Повернись, покажись нам. Вот такие вот штаны замечательные. Вот такой вот еще кофту мы купили. Ну-ка, повернись, покажись нам. Какая у тебя шикарная кофта. Да? И штаны. И штаны классные. Руки опускай. Вот крутой человек у нас тут. Тебе нравится? Угу. Найс? Найс, найс, найс. Поворачивайся. Так. Давай вторую примерку. Так, и еще одни джинсы мы купили. Вот такие вот узкие джинсы. Да? Самые узкие. Самые узкие в обтяжку джинсы. Таким вот рисованным рисунком. Какие рисунки? Стоимость джинсов $49. Такой вот рифленый вот здесь вот. Может, это кто-то царапин? Так. Сын не очень доволен, что джинсы узкие. Но сейчас же модно такие вот узкие стручки. Вы все таких джинсах ходите. Стручкообразных. Вот. Такие замечательные штаны. Заодно ему прикупили футболку. Такую замечательную футболку. Футболка стоит сколько там? Повернись-ка. Здесь цена есть в футболке? Вот $22 футболка стоит. Симпотная, очень мягкая прямо. Красота. Правда? Ага. Что скажешь? Футболка идеальна, кроме узкие штаны. Непривычно. Ну, ты хочешь быть стильным или нет? А зачем быть стильным? Буду обычно. Все понятно с тобой. Я же не миллионер. Так, вот такую нам сумку дали. Пакет. Пакет. Все, молодец. Так, значит, мы были сегодня в магазине Jeans Factory на Жюль Верне, 1453, улица Жюль Верн, Сен-Фуа, Jeans Factory Сен-Фуа. Значит, мы купили тишет майку, футболку $22. Мы купили джинсы, одна штука за $39. И купили джинсы, одни за $49. Dark Blue. Вот. А также мы купили... Что это? Это нам еще пакетик кто-то дали и так далее. Значит, у нас раз, два, три. А еще у нас одна майка где-то должна быть. Чек. Чек на майку не видел? Нет. Конечно, не видел. Вот еще чек. Еще один чек. Майку докупали. $29. Это футболка с длинным рукавом. Итого вышло $33.34 на кассе. А здесь стоимость покупки за двое джинс, одну футболку, получилось 110 плюс налоги. Итого на кассе на выходе $126.47. И показываю. Значит, вот такие великолепные джинсы мы купили. Вот такие замечательные джинсы. Вот с такой фактурой тут, со складками. Значит, 34 размер моего ребенка $49 стоит. Factory. Story. Такие черные, красивые джинсы в обтяжку с красной отстрочкой. В общем, замечательно. Сзади они вот так выглядят. Так, теперь. Сейчас кто-то влог получит. Почему? Кто мешает мне видеовлоги снимать? Шептуны мои. Майку. Футболку, которую мы докупали. Уже хотели уходить, потом увидели симпатичная, классная кофта на пуговичках. Видите, планочка на пуговичках, круглый вырез, длинный рукав с манжетом. И эта красота
мы отдельным чеком ее купили. Вот $29. То есть $33.34 будет стоить такая замечательная майка. Так, теперь джинсы, которые немножко пошире слегка, не такие узкие, но тоже достаточно хорошо сидят, прямые. У них штанины сами по себе из такого денима, видите, замечательно. А эти у нас штанишки 35 размер, стоят $39. Вот такие вот штанишки, так они выглядят. И сзади тоже вот так выглядит. Вот такой вот деним. Так, и давай футболочку. И футболку вот такую купили. Замечательную. Как у меня со Скалвай Сити. Вот футболка стоит $22. Такой замечательный, очень легкий прям материал. Такая футболка. Стоимость этой футболки $22. В общем, вот такие покупки есть. Прекрасный магазин Quebec City Jeans Factory, который находится на улице Жюль Верна, дом 1453 в Сен-Фуа. Замечательные вещи, красивые, стильные, модные, современные и вполне по доступным ценам. Да, молодежные, как мой сын говорит. Все, всем всего доброго и до новых встреч. Пока-пока. Мы сегодня сходили в магазин «Шеф Владимир», и я рассказываю цены. Вот все продукты, которые находятся на этом столе, на вот эту вот сумму $111.52. И теперь я вам показываю цены. Вот такие печеньки в шоколаде, похожи на безе в шоколаде, стоят $2.99 упаковка. Халва с какими-то там орешками стоит $2.77. Колбаса докторская с языком стоит $5.29. Килограмм стоит $13.99. Конфетки всегда дают в подарок. А ты с походом отправляй. Всегда очень приятно. Шоколадки. Шоколадки Милка. Шоколадки от Шеф Владимира. Шоколадки от Шеф Владимира. Чек нам распечатанный не дали, поэтому не скажу, сколько шоколадки стоит. Колбаса. Такая колбаса. Вот такая вот колбаса. Запах великолепный. Стоимость колбасы килограмм $19.99. Вот эта упаковка стоит $13.91. Здесь 696, то есть 700 грамм. Производство колбасы Торонто написано. Так, дальше вот такая колбаса. Моя распечатка. Вот такая колбаса. Стоимость колбасы тоже $19.99. Это одна колбаска 248 грамм. Стоит $4.96, то есть $5. Такие длинненькие колбаски мы еще берем. Вот такая колбаска. Эта колбаска стоит $3.80.
Килограмм 19,99, здесь 190 грамм. Так, колбасу разобрались. Теперь еще колбаса у нас. А есть? Это в желе, свинина в желе. Это холодец. О, аромат какой. Стоит он 7,20 этот кусок. Килограмм стоит 17,99. Здесь 400 грамм мы взяли. Сыр стоит $25 за килограмм. Этот кусок 11,40. Стоит здесь 456 грамм. Вот такой вот кусок сыр шикарный. С дырками. Так, теперь у нас сырки. Вот такие мы берем на завтрак. Глазированные. Дальше берем квас. Также можно купить в магазине Ше Владимир квас. Производство Торонто тоже очень вкусный. Творог мы берем. Вот пачка творога. 5% жирности. Вот эта баночка стоит 3,72. Здесь 372 грамма. Килограмм стоит 9,99, то есть $10. Магазин Ше Владимир. Вот такие вот две баночки. Каждая вот 3,90, 2,3,72. То есть по $4 за баночку. Рыба. Это скумбрия горячего копчения. Очень вкусная, свежая. Килограмм скумбрии стоит 16,99. Сама рыбка стоит 7,78. 458 грамм. Это тоже скумбрия 8,29 одна рыбка. Это тоже скумбрия горячего копчения 6,59 одна рыбка. А это мы взяли селедку. Селедка стоит 3,89. Вот эта рыбка. Здесь просто 3,89. Продукт Канада написано. В общем, вот такая у нас сегодня закупка. Все, за это заканчиваю. Всем всего доброго. До новых встреч.